Каждый день я складываю ладони лодочкой и, закрывая глаза, повторяю: «Боже, спаси его и сохрани. Сохрани его, пожалуйста, для меня целым, невредимым и таким же родным, будто бы мы не расставались ни на день, ни на час. Я молюсь за него каждый день и в этот миг жду откровения, но небеса молчат. Может, им нужны молитвы от нас двоих?» Он целует в шею, а больно внизу живота. Что-то сжимается каждый раз внутри. Если это любовь, я согласна на эту боль. И если зажмурить глаза, можно увидеть свет. Если сжать его руку и не отпускать, весь мир может опустеть. Весь мир может подождать. И я прошу, сохрани его, Боже, таким, как я его помню, точь-в-точь таким же. А может, никого там нет, мой хороший? И нас с тобой просто никто не слышит.